Для меня очень волнительный момент сегодня. Я говорю большое спасибо за теплые слова, которые были сказаны. Я их воспринимаю как поздравление, как наставление на будущую работу. Я думаю, что в тот период, в который я буду работать в Челябинском областном суде, он будет также ознаменован очередными достижениями, и авторитет Челябинского областного суда будет расти. Я надеюсь, вы мне поможете, потому что мы совершаем действительно большое дело. Мы стоим на страже законности, мы, по сути дела, призваны защищать права и законные интересы граждан Челябинской области. Я думаю, что авторитет суда у населения Челябинской области за следующего, после сегодняшнего дня премии, он вырастет. Я в этом надеюсь. Я не считаю себя чужаком в Челябинске, потому что я много раз здесь бывал в силу необходимости выполнения своих обязанностей по предыдущей работе, как в окружном управлении юстиции, так и в Федеральном арбитражном суде. Я не считаю себя чужаком еще и по той причине, что Челябинск – это город металлургов. Я сам родился в городе металлургов, в городе Серове, вырос в семье металлургов. И вот, пользуясь случаем, в преддверии этого Челябинской думы, такого большого национального праздника, Дня металлургов, я приношу поздравления всем, кто связан с металлургией. Я думаю, что в Челябинске